Добрый день. В эфире очередной выпуск новостей агентства «Хабар». В студии Вера Негрей. В начале коротко о темах этого выпуска. Хагупит свирепствует на Филиппинах. Уже не менее 27 человек стали жертвами мощного тайфуна. Более миллиона жителей эвакуированы. Нарушено наземное и водное сообщение. Прокуроры Южного Казахстана раскритиковали работу Шымкентского центра для бывших заключенных. Здесь нерационально использовали выделенные средства. Бензин подешевеет. 92-й будут продавать по 115 тенге, а дистопливо по 107. О планах правительства по регулированию рынка нефтепродуктов сегодня рассказал первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин. Внедряемый в стране ежемесячный перерасчет цен на регулируемый правительством Казахстана виды ГСМ, ежемесячный же перерасчет ставок акцизов призван защищать поставки топлива на наш внутренний рынок от резких скачков потрясений. Сенсационное открытие с Красной планеты. На поверхности Марса могли существовать озера, а следовательно и микроорганизмы. Марсоход Curiosity продолжает снабжать ученых новыми сведениями. Не менее 27 человек стали жертвами тайфуна Хагупит на Филиппинах. Ранее сообщалось о двоих погибших. Более миллиона жителей эвакуированы. Нарушено наземное и водное сообщение. В аэропортах отменены сотни авиарейсов. Многие частные и государственные учреждения закрыты. В некоторых регионах опасаются схода оползней. Тайфун Хагупит в переводе с тагальского означает «кнут». По словам метеорологов, по своей мощи он не уступает прошлогоднему шторму Хаян. Тогда погибли более 7 тысяч человек. Нерациональное использование средств. Прокуроры Южного Казахстана подвергли критике деятельность Шымкентского центра для бывших заключенных. По последним данным, за 3 года в этом учреждении помогли только 124 ранее отбывавшим наказание. Их отправляли на обучение или переобучение, оказывали медицинскую помощь, кому-то помогли с трудоустройством. В итоге на все проводимые мероприятия из городского бюджета было выделено 70 миллионов тенге. Прокуроры посчитали, что при таких показателях работы сумма непропорционально большая. Возмутило проверяющих и отсутствие общежития при центре. Оно было предусмотрено, но деньги на его строительство так и не выделили. Представление поставили опрос о скорейшего решения вопроса строительства или открытия нового общежития для центра, необходимое для лиц с особыми нуждами. И, значит, пересмотреть, оптимизировать штатную численность работников. У нас людей немного, у каждого человека есть своя работа, есть функциональные обязанности. Что касается общежития, то этот вопрос решается. Почему раньше не поднимался, я не знаю. Меня здесь не было. Семей теперь под круглосуточным видеонаблюдением. В городе работает центр оперативного управления. Полицейские отныне ежеминутно фиксируют все, что происходит на улицах. Камеры с 20-кратным увеличением установлены в самых оживленных районах. Пока их всего 20, но в будущем количество возрастет до нескольких сотен, заверяют полицейские. С запуском центра управления в городе снизится количество правонарушений, и раскрыть их теперь будет намного легче, утверждают стражи порядка. Полицейские также получили мобильный комплекс. С помощью этой техники они смогут выезжать в любой район города. Автомобиль оснащен 3 видеокамерами. Всего на запуск центра оперативного управления потрачено около 600 миллионов тенге. Данные камеры последние, как говорится, производство, ноу-хау 2004 года выпуска. Цифровые, то есть они все, что и днем, и ночью. То есть можно отследить любого человека, куда он пошел, любую машину. В городе зафиксировано снижение правонарушений. Думаю, что с запуском центра оперативного управления количество преступлений снизится еще на 10%. Камеры уже установлены в самых оживленных и криминогенных районах. Подобный объект будет открыт теперь в Ридере. 92-й по 115 тенге. О планах правительства по регулированию рынка нефтепродуктов сегодня рассказал первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин. В частности, он отметил, что кроме народной марки бензина подешевеет и дистопливо со 115 тенге до 107. Цены на остальные виды ГСМ останутся неизменными, правда, конкретные даты пока не называются. Все чаще звучит обнадеживающее «в ближайшем будущем».
Чтобы не допустить дефицита бензина, в стране укомплектован стратегический запас в 230 тысяч тонн топлива. Также сейчас разрабатываются новые правила госрегулирования этой сферы. Ожидается, что с 1 января следующего года Министерство энергетики будет ежемесячно устанавливать предельные цены на бензин. Таким образом, внедряемый в стране ежемесячный перерасчет цен на регулируемый правительством Казахстана ВИДА и ГСМ, ежемесячный же перерасчет ставок акцизов призван защищать поставки топлива на наш внутренний рынок от резких скачков потрясений, связанных с изменяющейся конъюнктурой цен на нефть на мировых рынках и в России, и налоговым маневром Российской Федерации. В Атырау началось строительство моста через реку Урал. Новый инженерный объект позволит не только значительно улучшить логистику на трассах республиканского значения, но и сыграет свою роль в развитии экономики региона. Атырауская область граничит с Российской Федерацией и имеет высокий транзитный потенциал. В первую очередь это грузопотоки между регионами Казахстана и странами таможенного союза России и Белоруссию. Новый мост свяжет такие трассы республиканского значения, как Ахтюбе-Атырау-Астрахань и Атырау-Уральск. Куптин, Шишимын. Главными проблемами в районе долгое время оставались вопросы дорожной инфраструктуры. В этом году сдали в эксплуатацию дорогу на другой стороне реки, которая связала населенные пункты района с областным центром и соседним районом. В этом же году началось строительство моста. Эти проекты принесут огромную пользу для жителей района и его развития. Сегодня возводятся первые опоры будущей переправы. Позади подготовка грунта, прокладка с обеих сторон насыпи подъездных путей общей протяженностью 8 километров. Здесь же установлен бетонный завод. К слову, все материалы, используемые при возведении моста, казахстанского производства. Это будет первый мост такой большой, здесь 660 метров. В последнее время в Казахстане развитие инфраструктуры и строительство дороги развивается большими шагами. Делается все для этого, финансируется. Об уникальности моста говорит тот факт, что построен он будет полностью из бетона. Длина самого большого пролета составит 120 метров. В проекте две полосы по 8 метров, пешеходные дорожки и освещение. Сложный объект, для этого и здесь у нас и контроль такой, и авторский надзор. Люди теперь будут после строительства моста ездить с одного берега на другой. Будут перевозки большие теперь идти, когда мост построят. Пассажирские и грузовые. Сдача моста в эксплуатацию планируется в 2016 году. Если говорить о будущем, то через несколько лет Атырауская область ожидает настоящая революция в развитии дорожной инфраструктуры. Уже запланирован капитальный ремонт и строительство дороги, которая свяжет Актюбинскую область с Атырауской и Астраханской со стороны Российской Федерации. Все это позволит не только нарастить транзитный потенциал, но и послужит стимулом для развития региональной экономики. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Атырауская область. Страны ШОС завтра в Астане утвердят план культурного сотрудничества. Долгосрочный документ даст возможность государствам-участникам организации развивать культурные связи. Сегодня на международном форуме «Шелковый путь» деятели культуры и искусства, известные политологи, руководители крупнейших музеев, театров и ученые из шести стран обсудили возможности использования современных технологий для сохранения наследия «Шелкового пути». Участники форума планируют усилить взаимодействие в сфере литературы, изобразительного искусства и СМИ. Девиз сегодняшнего форума – совместно создадим пояс культурного сотрудничества «Шелкового пути» в 21 веке. Мы планируем в результате принять документ, посвященный культурному сотрудничеству «Шелкового пути». Мы считаем, что благодаря культурному форуму наше сотрудничество выйдет на качественно новый уровень, и это будет полезно для всех. Чудеса фантазии и мастерства продемонстрировали уральские умельцы на ярмарке ремесел, посвященной предстоящей выставке «Экспо». Наш корреспондент расскажет подробнее. Владимир Щукин никогда не был на море и настоящих кораблей не видел, но в морское дело влюблен по-настоящему. В детстве зачитывался книгами о морских приключениях, а повзрослев, перешел на конструкторские журналы, изучал характеристики кораблей, начал мастерить и сам. Каждая деталь – ручная работа, причем все парусники – копии легендарных кораблей. Ну вот это «Эндевр», это Кук на нем кругосветное путешествие проходил. Вот. Ну а этот «Тринидад», это «Магеллановский парусник», который тоже кругосветный. Путешествие было. Ну, а это же как военные корабли, это линейная. Ну, у каждого своя история, это же военный морской флот.
Вышивка, кружева, изделия из дерева, бумаги, камня, кожи и войлока, авторские игрушки, одежда, аксессуары. Полсотни мастеров приняли участие в этом творческом фестивале. Такого разнообразия и красоты не ожидали даже посетители. Я много увидела красивых работ, интересных. Они такие теплые, там маленькие игрушечки такие домашние, которые вот прям так и хочется купить, и приценилась уже там. Вот очень хорошо, конечно, что у нас в городе люди занимаются такими добрыми, хорошими делами. Фестиваль был задуман как выставка ремесленников, которым есть что предложить туристам, приезжающим в Казахстан. Через давние традиции, с любовью к труду, прикладное искусство передается поколениям, приобретая новые формы и краски. Каждая вещь уникальна, говорят мастера, и этим бесценно. Ботагоз Базарбаева, Балачар Лугасов, Канат Махмутов, Уральск. На поверхности Марса могли существовать озера. Такие выводы сделали ученые, основываясь на снимках, собранных марсоходом Curiosity за последние 2 года. Исследования почвы в кратере Гейл дают специалистам основания предполагать, что миллиарды лет назад климат на Красной планете был благоприятен для формирования озер, а следовательно, были и условия для жизни простых микроорганизмов. Напомню, марсоход Curiosity совершил посадку на Марсе в 2012 году. Пока это все новости. Спасибо за внимание. До свидания.